Но, как говорится, всем здравствуйте. Здравствуйте, любители вот этих вот заговоров, аномалий, вот этого всего, что ты любишь, Сережа. Я знаю, мы с тобой тогда договорились, что НЛО есть. А? Есть, они скоро к нам придут. Там метеорит еще какой-то летит новый, там со скоростью, с какой-то мега жопной, там и непонятно, что вообще произойдет. Но есть канал. Утопия Шоу. Утопия Шоу — это замечательный канал, который нам сегодня расскажет очень странный заговор. Топ Секрет — одна из самых лучших его рубрик. Ну и ссылочку, как всегда, оставлю на Утопию внизу в описании. Спасибо огромное за контент. С вами Хардплей. Подписывайтесь вот сюда. Все полезные ссылки в описании. Поехали. Ну или не поехали. Сегодня ночью я получил весьма странное сообщение. Ночи хуёчи. Вы меня там постоянно спрашиваете, что за раса? Не знаю, кто вы там спрашиваете, что за раса. Может быть, негры? Я люблю негров. Но я точно знаю, что в одной прекрасной игре под названием World of Warcraft есть орки-эльфы, а также множество волшебных существ, за каждого из которых ты сможешь сыграть. Ого. Даже Лиам Унаси назвал World of Warcraft одной из своих любимых игр. А это значит, что даже спустя года игра остается актуальной для всех возрастов. Важно отметить, что игра абсолютно бесплатная и доступна по первой ссылке в описании. Заходи и скачивай, а теперь к видосу. И да, если вы уже успели наесться кринжа за эти полторы минуты, не волнуйтесь, впереди еще целое видео. Сентября 1977 года. Есть идеи? Заходим, проверяем, выходим. Возникнут трудности? Действуем по обстоятельствам. Подземная исследовательская станция на военной базе Монток перестала выходить на связь. Для выяснения причин туда была направлена разведывательная... Сейчас напругу сразу. Долго возишься. Сам попробуешь. Есть. Происходит. Все хорошо. Все в порядке. По-моему, короткометражку, что ли, он снял? Ничего не понимаю, у него всегда же начинается, ну, с чего-то. С какой-то предыстории. Джерри со мной. Остальные правое крыло. А это случайно не тот ли бункер, которым снимал в свое время господин Масленников? Что-то прям моя визуальная память мне подсказывает, что уж слишком он похож. Крыло. Напишите в комментариях, по-моему. Ничего хорошего ждать не стоит, когда сутки не выходят на связь. Да-да. Надеюсь, спят. Спят сутки. Не знаю, как вам, а мне это место не нравится. У меня вообще клаустрофобия. А у меня пулемет. Только мне от этого не становится спокойней. Помнишь, как мы... Что происходит вообще? Так, одну секунду, я что-то здесь в торопях забыл проверить. Опа. Все стоит, все везде звонит, названивает. Не забывайте тоже подписаться на все каналы. Напруга максимальная. Я первую работу такой утопии вижу. Проект Монток. Джеймс Киннон. Статус в процессе. 1977 год. Найдя устройство 39, смог открыть портал во времени. Из-за ошибки был замурован в стену. Время смерти неизвестно. 78 год.
Умер от удушья. Время смерти 23:55. 79. Вырвал себе глаза. Время смерти 17:17. 80. Столкнулся с объектом 14:857. 2004. Контакт с 063. Получил серьезные повреждения. Судьба неизвестна. 2005. Что за напруга такая, не пойму. Нужно возвращаться назад. Происходит. Ты точно утопию шел? Можно я все в конце ролика скажу? Знаете, а я ведь почти 10 лет занимаюсь изучением мистики, тайн, псевдонауки и других мистификаций. Начал еще до открытия канала. Я сталкивался с такой неведомой херней, якобы необъяснимой, что начал отлично понимать, если у этого есть ноги, то я знаю, из какой жопы они растут. Казалось бы, после такого опыта невозможно удивиться чему-то новому. Ну что ж, сейчас вы видите лицо человека, который, когда писал сценарий к этому видео, был... Не то что удивлен. Это лицо человека, который в ахуе сидел. Смотрите, в чем дело. В этом году я захотел сделать побольше топ-секретов. Увидел вашу отдачу на ролик в старом стиле. Захотел найти еще что-то такого простенького, смешного и паранормального, как вы любите. Мы бы, как всегда, начали с пафосного вступления. Долгой подводки, чтобы мурашки по коже побежали. А потом я бы все оборвал какой-то дурацкой шуткой. Мы бы весело начали ролик такие. Ха-ха-ха, смотрите, какое мракобесие, разоблачили. И в конце я зачитал морали, мы бы перешли к следующей теме. Такой был план. Всегда был такой план. А теперь как быть? Что делать, если я случайно наткнулся на историю, которая не только объединяет все тайны мира, так еще и подтверждает их существование, делая весь мой канал просто какой-то шуткой? Но сам прикол в том, что звучит она настолько невозможно, что ты начинаешь задумываться. Может, это на самом деле правда? Проект Монток. Тех, кто понимает, о чем сегодня пойдет речь, немного прихватило сердце. Ну его нахер.
А те, кто не понимают, стали еще больше не понимать. А то мало ли. Что еще за монток? А почему не что-то известное? У моей соседки ночью скрипнула дверь. Давай и это разоблачим. Кажется, вы не врубаетесь и не понимаете масштаба и куда нас это заведет. Тем более, если название вам ничего не говорит, это не значит, что вы ничего об этом не знаете. Прекрасно знаете. Чего? Внимание на экран. Прекрати пугать, пожалуйста. Монток был сверхтайным правительственным проектом, начатым в 1970-х годах на территории военной базы Camp Hero в Монток-Пойнт, штат Нью-Йорк. В рамках проекта был проведен ряд экспериментов, в которых участвовали многочисленные ученые, инженеры и военные. Основной целью была разработка технологии контроля разума, позволяющей управлять поведением и мышлением людей на расстоянии. Чё ты смеешься в чате? Иди фольгу у матери бери, обматывай башку. Сейчас они захватят мозг твой. Будешь потом сидеть. Смеется он. Иди быстрее давай. Создание психотронного оружия, способного вызывать... Так, в предложку в ВК, в наш паблик, кинешь, как ты в шапочке смотришь, чтоб... Мы за безопасный, да, просмотр видео. Панику, страх или агрессию среди населения, исследование возможностей телепортации и эксперименты с путешествиями во времени, включая отправку участников проекта в прошлое и будущее. Проект «Монток» был связан с другими тайными правительственными программами, например, филадельфийским экспериментом, в ходе которого изучалась возможность невидимости военного корабля. Также проект может объяснить очень многие до сих пор необъяснимые вещи, происходящие в мире. Чего? О засекреченных подземных базах и экспериментах над детьми стало известно после того, как эти самые дети выросли и начали вспоминать о насилии и ужасных пытках, которые творились в лабораториях, вызвав тем самым большой резонанс и спровоцировав расследование от независимых исследователей, которые подтвердили наличие лабораторий глубоко под землей и незаконных экспериментов, за что в конечном счете извинялся. Фольги дома нет, обмотайся одеялом! Эта история является чуть ли не главной конспирологической теорией, связанной с правительством, а также послужила вдохновением для многих документальных фильмов, игр и сериалов. Я не пойму, они эсминец хотели невидимым сделать? Вот это вот город, который по воде плывет. Они что там, поэтому дали? По Вене все дали или что? Осуждаем. Самый известный пример – очень странные дела. Сериал не просто вдохновился этой историей, а стал чуть ли не ее экранизацией. Да, я понимаю, вам сейчас трудно поверить в то, что этот сериал имеет что-то общее с реальной жизнью. Но это ж прям, ну... выдумка. Но поверить придется, так как это факт. Создатели признали, что изначально сериал должен был называться «Монток». И все действие происходило бы в Camp Hero. Но в последний момент название переделали, а место действия перенесли. Изначально мне не нравилось название «Очень странные дела». Мы так долго жили с названием «Монток», что стало очень странно пытаться представить его как-то иначе. Рос Даффер, один из создателей сериала. Также мы знаем, что все, что показано в сериале, было списано из рассказов выживших ребят. По сути, да, это почти документалка, замаскированная под фантастику. Очень странные дела, основаны на реальной истории. На самом деле так оно и есть. В основе сериала лежит место в Монтоке, штат Нью-Йорк, которое называется Camp Hero. Ходили слухи о том, что правительство проводит эксперименты над людьми, чтобы использовать в холодной войне. Но, возможно, вы ничего не знаете о сериале. Это нормально. Вам все равно понравится история. Ведь что-что о недоверии к какому-либо правительству сидит, наверное, в каждом из нас. Как думаете, им есть что сказать? Ты нас всех не приплетай, давай, давай-ка без вот этого. У нас все стабильно, все хорошо, все стабильно, да. Шапочку не зря одел, да. Скрывать. Что? Наше расследование вас удивит. Сегодня давай, у нас по расписанию театр кринжа. Ни в коем библиотека случае. Абсурда. И наверняка самая больная история за все время. В какой-то момент вам может показаться, что вы ее раскусили. Поверьте, нет. Сюжетный твист намного интереснее. Но перед тем, как мы погрузимся в мир конспирологии, предлагаю посмотреть то, что поможет сделать больше топ-секретов. Не, ну, как говорится, видео-то не бесплатное. Поэтому давайте это... Говорится, реклама — это двигатель
нового топ-секрета и вообще любых стримлеров и блогеров, так что с уважением относимся, да. Так вот. Кому не нравится, просто скипнули, не ноем. Знаете, почему люди верят во все плохое, что связано с правительством? Потому что это самое правительство сделало все, чтобы мы перестали верить. Допустим, делало спорные эксперименты, документы о которых начали всплывать. И сам факт наличия такой херни делает недоверие законным в умах людей. Разумеется, такой подход ненаучный. Если кто-то совершил преступление, не означает, что с этого момента вся чушь, рассказанная о нем, правда. Но люди привыкли мыслить по-другому. И все же, есть ли правда в сегодняшней истории? Я бы не хотел спойлерить, но это далеко не... Сейчас в наушниках шум какой-то был, я ничего не слышал, если что. Необычная память. Только сейчас вот звук появился. Да, я так говорю всегда, но в этот раз это и правда ужасная история, скрытая за тонной отборной кринжатины и мракобесия. Так что смотрим до конца и сидим с открытым ртом. Но для начала история для полного погружения. Я знаешь, что иногда задумывался? Вот если зевнуть на стриме и оставить это в ролике. Вас же там сотни тысяч человек смотрят за все время. Представляешь, сколько народ зевнет? Представляешь? Причем кто-то... Это я вам сейчас расскажу. Это мой заговор. Это мой... Блять, гениальный заговор. Короче, смотри. Это пожилая волна пойдет. Я вырезать даже специально не буду. Короче, берешь, зеваешь, кто-то смотрит, прикинь, где-нибудь в электричке, в автобусе, в метро, и там пошла волна. Волна, понял? Этого зева, кто-нибудь в пробке зевнул, все, вся пробка зевает, короче, это... О, бля, это, короче, это захват, да, это очень большой охват. Гениально. Для полноты картины нам необходимо понять, с чего все начиналось. А начиналось все с военной базы, находящейся на территории парка Camp Hero, который существует и по сей день. Была открыта в 1942 году для предотвращения нападения с моря и замаскирована под рыбацкую деревню. Я не знаю, как вы это себе представляете, но она прям реально была замаскирована. Видите эти домики? Вас зрение подводит. Эти двери, окна и облицовка не настоящие. Это, по сути, бетонный дот. Вот щель для наблюдения. А видите вот эту церквушку? Внутри вы не встретите проповедника, потому что это замаскированный спортивный зал. По идее, с воздуха было сложно понять, что это военная база. Выдать могла одна, точнее, четыре незначительные детали. Четыре охрененно больших ствола, торчащие из бетонных укрытий. Это 16-дюймовые пушки, которые охраняли берег. Хотя они также были защищены от воздушных атак казематами. Стреляли они, кстати, только ради теста. В настоящем бою не использовались. Вторая мировая война закончилась, и база была деактивирована в 1947 году, а орудия сняты в 49-м. Затем место использовалось как тренировочный полигон, а в 1951-м Camp Hero был переименован в базу военно-воздушных сил Монтока и отныне служила только одной цели – защита от предполагаемого советского нападения на Штаты. Да, во время Холодной войны там была установлена радиолокационная система раннего обнаружения, чтобы рано заметить самолеты и ракеты. Сейчас, если вы приедете туда, то увидите последний из 12 существующих радаров АНФПС-35. В 1978 году базу начали сворачивать. Полностью закрыли и забросили к 1981-му. Такова была официальная история. Как вы могли заметить, тут ничего не сказано о лабораториях и экспериментах. У людей начали возникать вопросы. Куда пропали все секретные документы? Почему все радары, кроме этого, были уничтожены? Почему замурованы все тоннели? Почему на территории зоны запрещено заходить? Почему каждый вход в бункер забетонирован и находится круглосуточно под наблюдением? Почему рядом с этим местом падают самолеты и на берег выбрасывает мутировавших животных? У него было что-то вроде клюва. На руке у него была какая-то повязка. Выглядело так, словно на нем была бирка или что-то вроде ошейника. Существо стало известно как Монтокский монстр. Почему за этот проект извинялся президент страны? То, что сделало правительство Соединенных Штатов, было постыдным поступком, и я приношу свои извинения. Блять. Браво! Молодец!
Ой, как же всем... Деняли, что рядом находится лаборатория Брукхейвен, где работали в области ядерной физики и где есть ускоритель частиц. Ох, какой же мы сорвали джекпот. Любите играть в бинго? Но приготовьтесь в этом ролике играть в его паранормальную версию. Правительственные эксперименты у кого? Но главное в этой истории на самом деле не место, где это происходило, а люди, которые в этом участвовали. И там настолько все запутано, что мне потребуется помощь человека, которому не лень этим заниматься, судя по всему. Без меня и правда не обойтись, ведь только у меня есть свободное время на составление доски расследований. Интересный факт. В фильмах такие доски делают декораторы. Такой вот факт. Сегодня у нас новое сложное дело. Оно крутится вокруг военной базы, выживших участников, писателей и исследователей. Там где-то еще будут Иисус и рептилоиды-нацисты. Но пока что не забивать себе этим голову. Вся история получила большую огласку в 1900... Папку надо поплотнее одеть, я чувствую, будет сильный ролик. Подождите. Надо поправить немножко, а то связь с космосом. В 1992 году, когда вышла книга про проект «Монток». Эту книгу написали Престон Николс и Питер Мун. Видите эту лошадь? О ней в книге будет всего одна строчка. Такой вот факт. Кто такой Престон Николс? Ну, вообще, сложно что-то сказать о его жизни до того, как он вляпался в эту историю. Танкист, всю эту информацию я получил из книг и его интервью. Вот его краткая биография. Родился недалеко от Монтока, отучился на инженера. Работал в одной из правительственных лабораторий, которая получила грант на исследование телепатии. Это когда мысли на расстоянии передаешь. Не надо ржать, в это охотно верится, так как в то время и не такое изучали на полном серьезе. В общем, это он факт, работал да. с телепатами и обнаружил, что в одно и то же время их как будто клинило. Они не могли собраться с мыслями. Престон подумал, что им может мешать какой-то сигнал. И действительно, странный сигнал исходил из радара на базе Camp Hero. Разумеется, на военном объекте его послали куда подальше, и обо всей этой странной фигне пришлось забыть. Прошло много лет, прежде чем базу покинули военные, и Престон узнал об этом. Интерес, разумеется, взял верх, и он пошел выяснять, вдруг секрет... Интересно, а есть полноценный фильм, который снят вот по всей вот этой истории? Не сериал, а фильм. Я посмотрел. Да? Сохранился. Повсюду был срач, как будто тут бомжи жили. На самом деле так и было. И один из бомжей, которого повстречал Престон, с ним заговорил. Мистер Николс? А мы знакомы? Я Марти, ваш подчиненный. Мы вместе работали на этой военной базе. Вы руководили сверхсекретным проектом. Бомж много чего наговорил, во что, конечно, никто не поверил. Престон Николс прожил эту жизнь и знал ее, как никто другой. Кого? Точнее, он думал, что знал. В ноябре 1984 года на пороге его дома появляется паренек, который захотел починить свое радиооборудование. Престон таким занимался, поэтому взял очередной заказ, и они разболтались. Парня звали Дункан Кэмерон, и... В какой-то момент разговор зашел в странное русло, как будто они уже были знакомы и буквально друг за другом договаривали сложные вещи. Престон попросил Дункана съездить... Ну, смех смехом, да, она кверху мехом. Существует очень большое количество фактов того, что рождаются дети, которые там в 7, 8, в 11 лет, я крайний раз историю читал, рассказывают якобы про свою предыдущую жизнь. И рассказывают во всех подробностях. Совершенно осознанно. И рассказывают, кем они были, как они прожили свою жизнь, кем стали. То есть это повсеместно по всему миру регистрируются такие случаи. И это факт. Но довольно интересно. Ездить с ним к радару. Мало ли тот узнает это место. Так и оказалось, как только Дункан зашел внутрь, у него начали вспыхивать воспоминания.
воспоминания о работе тут, знакомстве с Престоном и о детях, над которыми сильно издевались и ставили эксперименты. Вся ситуация начинает набирать нехилый оборот и становится совсем невесело. Престон и Дункан начали ходить на тематические конференции, начали рассказывать свою историю и пытаться углубиться в суть. Они мало что сами понимали, поэтому хотели разобраться. Слухи поползли быстро, и вскоре им на пути повстречался мужик по имени Альфред Белек. Он рассказывает, что у него также появились воспоминания о тех событиях. Вообще-то, это один из ключевых персонажей истории, но нам пока рано залезать в эти дебри. Вы молодые шутливые. Лучше не надо. В общем, он присоединяется к их паранормальной тусовке, и отныне это три мушкетера. Но есть и четвертый мушкетер. И это не Д'Артаньян, а знаете, такой умственно отсталый горбун, который вечно лезет не в свои дела. В книге Престон пишет о том, что однажды, в 1991 году, на одной из встреч, он повстречал человека по имени Стэн Кэмпбелл, который рассказал Престону о своей непростой судьбе. Правительство его обвиняет в хищении средств, но он не помнил, как их крал. Он помнил только, что открывал банковские счета и получал деньги, но не знал, зачем он это делает. Отдавай деньги, сука, а теперь возьми эти деньги и положи на мой счет, я сказал. Это полиция, вы арестованы. А что вы здесь делаете? Это какие проблемы, офицер? Я открывал счет в банке. Жаль этого добряка. Непростая судьба. В общем, со временем он тоже стал вспоминать о своем участии в проекте. А больше вам пока и не нужно знать, чтобы заранее не сойти с ума. Об этом и многом другом как раз написано в книге. Помогал ее написать некий Питер Мун. В отличие от всех других ребят из бойсбенда, он не был участником этих событий. Его фишка в том, что он является связующим звеном. Если бы его не было, то кто знает, были бы написаны книги вообще. Моя роль состояла в том, чтобы написать книгу и рассказать историю, которая является невероятной. А их тандем с Престоном довольно успешный, ведь совместных книг про Монток вышло, ну, примерно дохера. Что примечательно, с момента выхода первой части Престона пытались заткнуть несколько раз, подстраивая аварии и отравляя нервно-паралитическим газом. Но потом, видимо, оставили эти попытки, ведь он умер от сердечного приступа в 2018-м, всю жизнь доказывая, что все вышесказанное – правда. Но даже несмотря на то, что ведущих персонажей уже нет в живых, история не избавляет оборотов. Наоборот, наличие интернета распространяет все это как вирус. Появляются новые книги, новые выжившие. Ну и вишенкой на торте, разумеется, появляется сериал. Я теперь один захотел посмотреть этот сериал. Я очень надеюсь, что никто из вас не запутался, потому что вы даже не представляете, на какой верхушке айсберга мы находимся. По достижению дна есть вероятность заработать. Господи, да что ж такое, а? Обязательно смотрите ролик до конца. Он топовый всегда. И пообещайте мне, что весь ролик будете держать в голове ту мысль, что по этой истории существуют десятки книг основных, сотни книг с упоминанием, все они имеют пятизвездочные отзывы, тысячи сайтов об этом рассказывают, на телеке выходят об этом телешоу, документалки, одна из таких получает награду за лучший документальный фильм, этим заполнен YouTube, так что не недооценивайте масштаб, пожалуйста. Этому, правда, очень сильно верят, а если ты на форумах пискнешь, что хоть что-то из этого неправда, тебя сожрут моментально. Ну, вызов принят. Какая же им пизда. Когда вышла первая книга, об этом начали писать в газетах. Фестивали рвались от наплыва людей, которые хотят пообщаться с выжившими ребятами. Эта история, как оказалось, растормошила слушателей, и живущие неподалеку от этого места люди начали вспоминать, что тоже участвовали в проекте. Даже охранник этой базы уверен, что является одним из тех, над кем издевались в подземном комплексе. И мы с вами должны разобраться, есть ли в этом доля правды, или это очередная пустышка. А если пустышка, то каковы мотивы и как все это провернули? Итак, официальное закрытие базы произошло в 1981 году. Она была передана парку только в 1984, а сам парк открыт для посещения только в 2002 году. И все это время якобы там ничего не происходило, но посещать это место было нельзя. А сейчас подземные лаборатории вообще замурованы, и радар иногда поворачивается сам по себе. Только скажите, что это не подозрительно.
Внимательно выслушав их аргументы, я составил следующую картину. Просьба отнестись с большой серьезностью. Под базой находился большой исследовательский центр, похожий на муравейник из фильма «Обитель зла». Многоуровневая постройка прямо под землей. Как уже было сказано, там проводились эксперименты над бездомными и детьми, чтобы изучить телепатические способности и использовать все это в войне против кого бы то ни было. Они брали мальчишек и избивали до полусмерти. Интересно, а как военные детей вербовали? Эй! Пс! Эй, мальчик! Ты хочешь в армию? Но почему в этом должны участвовать дети? Вот тут становится всё. Может быть, то, что у них какие-то эти... Я... серьезно. Выжившие рассказали миру о том, что ученые и военные в своих экспериментах использовали знания ученого Вильгельма Райха. Вильгельм Райх был австрийским психологом и учеником Фрейда. Выступал за половое просвещение и вообще сделал много научного за свою жизнь. После переезда в США начал работу над новым проектом, связанным с возбуждением и оргазмом, который он назвал аргоном или органической энергией. Радар передавал сигналы в том же диапазоне частот, которые Вильгельм Райх использовал для исследования аргона. Говорил, что эта энергия повсюду, в океане, в небе, а в человеческом теле она проявляется как жизненная энергия. И если сконцентрировать ее сильнее, то она может лечить страшные болезни, например, рак. Для этого он изобрел аргонный аккумулятор, деревянную коробку, обшитую металлом изнутри. Если сидеть там, то можно излечиться посредством накопления сексуальной энергии и оргазмирования. Ну или просто хорошо провести время. Писатель Уильям Бэрроуз писал о том, что достигал кульминации в этой кабинке даже без помощи рук, за что был высмеян Вуди Алленом в фильме «Спящий». А вот Курт Кобейн, сидящий в этой кабинке в гостях у Бэрроуза. Когда Райх захотел продавать эти ящики для дрочил, это вызвало возмущение среди обычных людей, и ему запретили их распространять. Но он так верил в свою идею, что ослушался и все равно их продавал. Его незамедлительно бросили в тюрьму, где он умер через год, а его книги и оставшиеся аппараты были сожжены правительством. Сама концепция аргона была разоблачена многими учеными, в том числе его учителем Фрейдом, и сейчас считается псевдонаукой. Но среди верующих в заговоры он считается мучеником, посаженным за свои знания. Да уж, кринж. Только вот насколько известно выжившим, на базе были дети, которые выходили в город, там знакомились со своими ровесниками, то есть детьми в возрасте полового созревания, и приводили на базу, где их использовали в жутких экспериментах, используя пытки и психосексуальные техники, чтобы быстрее получить доступ к их личности. Они были использованы для исследования связи с экстрасенсорными способностями. Сексуальность и экстрасенсорное восприятие движутся по одному пути. Ведь, если верить книгам, то благодаря райханским техникам... То есть, когда используется техника, лично мной разработанная, двойного арабского хвата, он же хват ногами, можно как бы... То есть, половина чата экстрасенсов, что ли, или что? Или телепаты? Испытуемые входили в возбужденный транс. И в этот момент были полностью контролируемыми. Интересное наблюдение, что среди детей не было девочек, только мальчики. Причем светловолосые и голубоглазые. Так. Что здесь происходит? Такой выбор мальчиков был не просто так. В книгах Престона и Муна есть краткая историческая справка. Во времена Второй мировой войны Германия много экспериментировала с памятью людей и новыми технологиями. Например, разрабатывали свои летающие тарелки, экспериментировали с квантовой физикой или же подчиняли разум людей. После победы американцы смогли перенять часть технологий, и секретная группа ученых продолжила эксперименты в лагере Кэмп Хиро. Это место было выбрано не просто так. Радар АН-ФПС-35 работал на частоте 400-425 МГц. Именно эти частоты нацисты использовали, чтобы проникать в сознание человека. Нацистские технологии!
Окей, но я запутался. Причем тут голубоглазые дети? Во время американской операции, которая называлась «Скрепка», из Германии после войны были вывезены нацистские ученые, и их заставили работать на американское правительство. Часть из них работала как раз в Camp Hero. И это еще не все. Оказывается, что американцы не могли позволить себе финансировать столь дорогой проект, связанный с путешествиями во времени. И по великому стечению обстоятельств, во время войны в этом месте было захоронено нацистское золото, которое должно было использоваться во время побега из Германии. В итоге так получилось, что весь проект буквально использовался во время побега из Германии. В итоге так получилось, что весь проект буквально золото. Финансировался нацистами, и там работали нацистские ученые. Первоначально деньги поступали от нацистов, от нацистского правительства. Ах да, они брали светлых голубоглазых мальчиков, потому что арийцы превосходят другие расы. Ничего из этого, кроме операции «Скрепка», не было доказано. Все, можешь продолжать. Да я не могу это пи***ть. Эксперименты со знанием привели ученых к тому, что сейчас называют кресло Монтока. Знаете, бывают такие дни, когда вот техника, да, на стриме дает общие сбои. То есть, может быть, из-за шапки, из фольги, может быть, еще из-за чего-то. Знаете, вот я смотрю видос «Утопии шоу», и у меня, знаете, такие вот так вот. Так я вот смотрю, слышу, там иногда какие-то слова. Такой шум, дальше ничего не слышу. Раз, потом опять что-то утопия говорит, да, вот тут прям, ну, бывает такое, да. Это было что-то вроде медицинского кресла в закрытой камере, оборудованной специальными приборами. Кресло могло считывать ауру сидящего в нем человека и, используя электромагнитное излучение, даже начинять суперспособностями. Если он концентрировался на чем-то, то это и происходило. Держался. Да, как в сериале, только с одним отличием. Вместо девочки был мальчик. Голый. Да и вообще, если книги прочитаете, то заметите какой-то странный акцент на возбуждении и голых персонажах. Ты закончил с моей книгой? Может быть, у тебя встал вопрос? Потому что у меня как будто бы встал вопрос. Если не вдаваться в подробности, то проект свернули после неудачного эксперимента. Помыться захотелось. Всех распустили и промыли мозги. Всем нам, сидящим здесь, промыли мозги, поэтому мы ничего не помнили. Только, видимо, они не учли, что память начнет возвращаться, и бывшие работники лаборатории будут находить друг друга и всем рассказывать о секретных проектах. В 1988 году начинается тройничок у Дункана Кэмерона, Престона Николса и Альфреда Белека. Потом они решают проникнуть на территорию базы в начале 90-х и документально зафиксировать клетки, где держали людей и аппаратуру, которую не успели оттуда вывести. Кто? Все это есть на видео, которое, кстати, очень трудно найти. Привести нормальные аргументы против этой истории так никто и не смог. Старый. По большей части потому, что похожие эксперименты над людьми — это доказанный факт. Некоторые даже говорят, что подобные эксперименты продолжаются, а база работает по сей день. Дело в том, что у жителей Монтока есть все основания полагать, что происходит что-то... Короче, вы поняли, куда ехать не надо. С момента установки радара АНФПС-35 люди начали сталкиваться с трудностями. Он настолько мощный, что в моменты его работы были неизбежны радио и телепомехи в непосредственной близости к радару, ну, в ближайших районах. Ну и, конечно же, начались разговоры про то, что радарными частотами пытаются захватить сознание. Помните же? Как главное у нас 5G. Начать историю, чем она закончится, уже не столь важно, да и не так запоминать. Пошла, родная. А на самом деле, каждый из этих радаров вызывал помехи, а технология фильтрации помех не была такой прокачанной, как сегодня. Только почему-то не каждый такой радар связан с заговором. Может, дело в том, что их было всего 12, но остался только один, и при этом продолжает вращаться. А что если я скажу, что все остальные или упали сами, или их конструкция была такая шаткая, что не выдержала проверку временем, и их пришлось разобрать? А что если последний радар стоит на территории охраняемого природного парка, и активисты выступили против того, чтобы равнять тут все с землей, и попросили штат оставить все как есть? А что если этой башне просто повезло? Ее не нужно было экстренно демонтировать, а поэтому люди собирали петиции для сохранения радара как памятника.
Изначально его даже хотели восстановить, но даже на начало 2000-х это стоило бы больше 400 тысяч долларов, поэтому отложили в долгий ящик и, скорее всего, уже ничего с ним не сделают. Крутится-то он почему? Он не крутится. С него в 81-м году сняли все моторы, и поворачиваться он мог разве что из-за сильного ветра, чтобы не сломаться. Но сейчас он настолько сильно заржавел и развалился, что только, наверное, умственно отсталый будет говорить, что эта тарелка все еще может работать. Вы, наверное, спросите, откуда у меня свежие фотографии военного охраняемого объекта? Ну, военные тут ни при чем. В интернете не так много информации об этом, но газетные архивы, как всегда, спасают. Как только база объявила о подготовке к закрытию и местные власти узнали, что земля готовится к продаже, начали выкупать ее под парк и внезапно под застройку. Они хотели отремонтировать дома, в которых жили военные, и по дешевке продать семьям. Вот сам парк. Вот радар. Вот ужасные разрушенные дома, где пытали детей. И если еще минутку пройти пешком, то вас встретят люди, которые тут живут в прямом смысле. Смотрите, как миленько. Так и не скажешь, что через дорогу творятся ужасы. Нам тут очень нравится. Дом вообще отличный. Единственное, шумные соседи. Это не страшно. Да, дорогая? Как-то странно продавать дома, которые находятся над лабораторией, разве нет? Хотя, если вспомнить Raccoon City, то вопросы отпадают. По задумке, всю эту базу хотели снести и застроить домами. Активисты не дали. Потом хотели поставить поле для гольфа. Активисты не дали этого сделать ради сохранения природы. Так что это, наверное, их надо благодарить за то, что миф существует. В 2002 году из этого просто сделали открытый парк, где прям можно гулять. Я вам, значит, рассказываю. Проживаю я в славном городе Клин, Московской области. Значит, так получилось, что проживаю здесь всю жизнь. Мой родной город, я здесь родился. И вот, знаете, вот я тонко намекну. В общей сложности, когда у нас была проверка в городе, совершенно случайно, выяснилось, что муниципальной земли практически в Клинском районе больше нет. Ее нет вообще. Прибрежные зоны, школы, детские сады, больницы. Все, что вдоль Ленинградского шоссе, все было продано. Вообще все. Памятники архитектуры, неважно. Тут с молотка шло все. Да. Можете в интернете посмотреть, да. Поэтому, знаете, меня чем-то удивить, да. И меня очень сложно. Да, посмотрите там, на сколько миллиардов задержали мэра, да, города. С какой суммой и сколько народу присело. Да, поэтому нас вообще не удивить. Нам вот эти вот активисты ваши, они вообще не нужны. У нас все стабильно. Вот стабильно. Вот в центре города, можете со спутника посмотреть. Что сказали? Будет красивый парк. Шикарные фонтаны. Все для этого города. И там был кинотеатр «Мир» у нас, я вам показывал в лайфе. И совершенно случайно, ну, то есть ничего не предвещало беды, жители города начали подозревать, что вот когда очень много бетона заливается, очень такая активная стройка начинается, то, возможно, это не парк. Возможно, это гигантский торговый центр в несколько этажей. Совершенно случайно. Понимаешь? Да. И как-то потом так получилось, что куда-то деньги пропали, все заморозилось. И вот, в общем-то, мораль всей басни такова, что как бы совершенно случайно сейчас в центре города уже
хер знает сколько лет стоит вот эти вот бетонные вот эта конструкция, полуразбитая, полусломанная, разломанная, и в принципе про парк все забыли. Да, я напоминаю, это я проживаю меньше, чем в 100 километрах от Москвы. К чему я все это говорю? Мне как бы честно, без разницы, вот выстроили хороший большой парк, да, и... Да, и все бы ничего, но что-то опять пошло не так. Да, и в заповедной зоне у нас взяли вот эти вот экоактивисты, тут какие-то говорят, отбили один раз, отбили второй раз. У нас просто взяли лес, сравняли там несколько гектар, проложили дорогу через этот лес и сделали, да, в 17 или во сколько там, 15 этажей уже Алексинский карьер. Прекрасное, замечательное место. Люди в округе, кто живет, просто кайфуют максимально. Там люди пропадают, потому что чайки, которые взлетают с карьера, они их уносят нахуй туда, к себе в гнезда, в этот карьер. Вот, к чему я веду. Кошек, собак вообще в городе больше не стало. Из птиц остались только голуби, блядь, полу эти, да. И иногда галок вижу, вот, где-то на отшибе они еще пока живы-живы. Вот, да. А пахнет як. Вот, поэтому, что я хочу сказать, я не против, сразу говорю, город свой очень люблю. Вот, как и дороги, кстати, в этом году... Да, на 9 мая даже делать не стали, просто рукой махнули, сказали, ёпта, ну нет в бюджете денег, ну как бы и он как бы и не надо, понимаешь, и действительно, зачем? Вот, собственно, к чему я все это веду? К тому, что вот у нас активистов нет, у нас все всем довольны. Что я не понимаю, вот как там люди живут, вот я всем доволен, не понимаю. Блять, и именно парк расставил таблички «Не входить», «Опасно» и так далее. Значит, есть что скрывать. Ага. Парк настолько закрытый и охраняемый, что какой-то черт кинул в 14-летнюю девочку арматуру прям с радара. Что они вообще там делали? Написано же «Не входить», падающие объекты, потому что радар разваливается на части. Настолько секретный, что, придя туда, кажется, чего? Нельзя не встретить людей, которые будут сидеть на радаре и просто гулять. А, зумерки, ясно. Настолько секретный, что YouTube забит видосами, как люди гуляют по парку, лазают где захотят и снимают, что могут. Проблема в том, что эти гуляки видят только фасад. Это реальное место, куда можно приехать, но вас не пустят. Почему? Никто не знает. Кто знает, что скрыто за ним? Ну, вообще-то все знают, что за ним. Все здания, снаружи, внутри, были исследованы диггерами, искателями приключений на свою жопу. Ох, диггерами. Д. Дмитрий, первое слово. Я просто по ушам дало сразу. И обычными людьми. Они были там до того, как все это закрыли. Они находили, извините, как туда залезть и после этого. Там нахрен все в граффити. В каждом углу этой военной базы было нассано. Да там иногда экскурсии внутрь этих закрытых помещений проводят. А меня интернет пытается убедить, что там есть загадки. И это было бы адекватным утверждением, если бы эта база охранялась как зона 51, которой не подъехать. Но это просто парк. И закрыто там все из соображений безопасности, ведь все держится на соплях. Если кто-то умрет при обрушении, то парку не сдобровать. Поэтому на всякий случай все заколотили и повесили таблички «Не входить». Более того, сами выжившие из Монтока ходили по всем этим бункерам и тоннелям. Нашли они что-то необычное? Ну, кроме клещей, которых там полно. Нет. Они побродили, сказали, что вот прям тут... Да-да, вот прямо тут все происходило. А потом зашли в какой-то дом, раздели Дункана, и он вошел в оргазмический транс. Абсолютно голый, я напоминаю. Дурак, ты что делаешь? О, это очень странные дела. Я просто не смотрел. Я уже говорил, что это странно. Слышите вы, три педалурга, ученых. Ты же совсем дебил. Ты что там с дрочилом лежишь наперевес? Осуждаем! Дурак неумный. Старый, прекрати пенить. Нас дети смотрят. Во всей истории меня это смущает так же, как и наличие подземных ходов. Ну вот они. Говорят, что эти ходы вели в подземную лабораторию. Сильное заявление. У меня есть рассекреченные документы с постройки базы, и ни на одной из них нет ничего про подземные коммуникации, только описание подземных сооружений с люком для контроля. Только не разума, а коммуникации в этом месте. И это маленькие замкнутые помещения. Почему их затопили и забетонировали? Ну, тут есть несколько вариантов. Первое. Все было загерметизировано, чтобы парк вообще открылся, и никто не покалечился в подземках, и там не прятались наркоманы.
Второе. Залили, чтобы не засорять окружающую среду опасными отходами, которые там, кстати, были. Чтобы вы понимали, они 16 лет очищали место от боеприпасов и делают это до сих пор. Видите таблички? Возможны неразорвавшиеся боеприпасы. Это, в конце концов, военный... Пойдешь кукурузку поесть. Вряд ли это сделали для того, чтобы что-то скрыть. Если базу покинули и передали другим владельцам, значит, она рассекречена, и там ничего дельного не осталось, тем более... Подожди. То есть, если тебя... Так, одну секунду. Подождите. Какая-то дурная мысль в голову пришла, но она имеет место быть. То есть, если вас теперь кто-то застукал за вашим любимым делом, вы говорите, что вы вошли в транс, и вы ученый. Угу. Хорошо. Так и запишем. Речь о каких-то многоэтажных постройках под землей идти не может, так как много этажей вниз построить было бы большой проблемой из-за особенностей грунта. Неуплотненный, состоящий из всего подряд, от песка до валунов. Использовать грунт как аргумент для разоблачения. Научный эксперимент. Взять кровь монстра для ДНК-теста? И так как выжившие ребята ходили именно по бывшему складу боеприпасов, который находится не под землей, и говорили, что тут их держали в заперти, а в соседних домах накачивали наркотиками... Сейчас мы находимся внутри клетки, за которой содержались мальчики из Монтока. Большую часть времени они были голыми. Поэтому и разбирать нужно эти места, чем мы и занимаемся. Забавно, что те, кто реально тут служили, собираются... У меня очень странное впечатление, что три старых дрочера и этих педобира, педалурга, решили, короче, хайпануть и рассказать, как их там бедных, несчастных кирогадили, когда они были маленькими, да. А только что-то вообще пока не состыковывало вообще абсолютно все, что они говорят. Вот то, что один из них голенький лежал, а вторые снимали, вот это вот возникает очень много вопросов. Будучи стариками у радара, чтобы вспомнить былые деньки службы. И никто что-то в транс не впадает. Да, и честно говоря, никаких радиоактивных монстров поблизости не было обнаружено. Был инфоповод, что недалеко на берег выкинуло мутанта. Смотрите, какой страшный. Только было подтверждено, что это раздутый из-за разложения, потерявший волосы из-за воды енот. Кто? Да, обычный енот. Но конспирологов было не переубедить. И, казалось бы, разоблачено. Енот, но, блядь. Как по мне, только сейчас начинается все самое интересное. К сожалению, все мое разоблачение не стоит и волоса упавшего с кого-нибудь из этих выживших героев, которые поведали нам свою историю. Все сказанное мной не имеет смысла, ведь вся их история происходила... Это не Орео, нет. ...не в нашей реальности. Это не Орео. А в соседней. Молодцы. Признаюсь вам честно, я соврал. Соврал, когда рассказывал всю историю. Я удалил оттуда примерно 95% информации. Думал, что так будет легче вникнуть в суть, но по факту просто хотел максимально отсрочить этот момент. К сожалению, я прочитал все книги, написанные этими ребятами. Вы, кстати, должны мне, по крайней мере, 100 баксов за них. Принимаю оплату подписками на Бусти и соцсети. Я посмотрел все документалки и интервью. Моя жизнь больше никогда не станет прежней. Скажем так, я деградировал. Оказывается, что Монтокское кресло работало не только для телепатии. Устройство под названием «Кресло Монтока» использовалось для фокусировки энергии возбужденного экстрасенса, который мог создать межпространственный вихрь, путешествовать во времени и получать доступ к параллельным измерениям. Да. Так, блядь. Я понял. Рановато снял. Голый, возбужденный экстрасенс мог открывать портал во времени. Я только понял. Скажите, что это не лучшее, что вы сегодня вообще слышали. А знаете, 100%. Как выглядел портал? Как черно-белая спираль, в точности, как в сериале «Временной туннель» 66-го года. И знаете, куда они отправились? Быстрее будет назвать время, куда они не отправлялись. Ладно, давайте заключим сделку. Мы рассказываем вам полную историю Монтокского эксперимента, а вы взамен не отписывайтесь от канала. Идет? Звучит выгодно. Только звучит. Сейчас пойдет процесс. Я готов. Зрители, наверное, тоже. Тогда начнем. Мистер Конспиролог.
верит в любую херню. Поехали. Топа не верит даже себе. Объясняю для тупых. Когда человек входит во временной портал, создается еще одна временная линия, чтобы избежать парадоксов и не встретиться с самим собой. Это физика. Поэтому Престона Николса существует два. На одной временной линии он чинил радио и был неудачником, а на другой он заведовал проектом «Монток». Когда они включили машину времени, она буквально перенесла меня обратно во времени и как бы наложила меня на меня самого. И как же он об этом узнал? Временные линии наложились друг на друга, и его одолели воспоминания из соседней жизни. По моему объективному мнению, это очень логично. И это объясняет, почему на базе ничего не находят. Это буквально другая база. Альфред Белек из их компании говорил, что все происходит в этой вселенной, а не в соседней. У всех есть право на ошибку! Итак, какая же связь между этими парнями? Престон сидел, чинил радио, к нему приходит... Дункан. Вы все это помните, но Дункан. Он пришел не просто так, он пришел убить его! Спросите, почему? Потому что он запрограммированный правительственный агент и экстрасенс. Ему приказали убрать копию Престона, чтобы он не мешался. Убийца и жертва начали вспоминать свое прошлое и так и познакомились. Он, кстати, был настолько сильным экстрасенсом, что его больше всего использовали в экспериментах. И он был тем парнем, который открыл портал в другое время. Одновременно, в это же время, только в другом времени происходят невероятные события. 1943 год. Правительство экспериментирует с невидимостью кораблей, случайно перемещая его в пространстве. Последствия были ужасны. Весь экипаж врос в корабль. Впоследствии это назовут Филадельфийский эксперимент. Тот, который я уже разоблачал и который был выдуман одним писателем? Пон. Твои разоблачения ничего не стоят, это всего лишь домыслы. А наши домыслы лучше, чем твои. Портал открывается только благодаря одновременному запуску двух экспериментов в разное время и биоритмов Земли. Между этими годами образуется невероятная связь. На корабле в 1943 году находятся два человека, которые дальше будут участвовать уже в Монтоке. Два военных, два брата. Дункан Кэмерон и... Один хуй, другая лопата. Кэмерон. Мне супер неинтересно узнать, почему они не вросли в корабль. Они поняли, что происходит что-то ужасное и спрыгнули с корабля. Поэтому их перенесло в 1983 год. Представляешь? Но для военных их появление не было удивлением. Наоборот, так было предсказано. Но чтобы все сохранилось как есть, им нужно было вернуться обратно во времени и отключить систему на корабле, чтобы осталась только одна реальность. Они согласились и выполнили миссию. Эдвард Кэмерон остался на корабле, а по неизвестным причинам Дункан вернулся обратно в 1983. Когда я читал этот момент, прям до слез было. К сожалению, из-за того, что Дункан потерял связь со своей оригинальной временной линией, он начал очень быстро стареть. Терял погоду в час. Представляешь? Но он был настолько нужен правительству, что ученые нашли способ продлить его жизнь. Его переносят в 1963 год. Нахера? Это будет круто! Они нашли его отца, рассказали о ситуации и попросили родить еще одного ребенка, но от другой женщины. Что за пи***ц? Ты дослушай! Отец послушал и родил дочку. Военным не понравилось, сказали все переделать. И в 1951 году рождается новый сын, которого прозвали Дункан. И когда биоритмы Земли сошлись, Дункану уже исполнилось 12 лет. Это был 1963 год, где находилось тело умирающего оригинального Дункана. И они его переносят в тело маленького мальчика. Так они победили старение. Чего? А что с разумом мальчика, которого родили? А? Да кому не похуй! Главное, что Дункан выжил и смог дальше продолжить работу в Монтоке! Не в этом теле, а в другом теле. А с братом его что стало? Это самый крутой твист в истории, короче. Он остался на корабле, да? Но он тоже был нужен. Поэтому военные дождались, пока он доживет до наших дней. Они омолаживают его до состояния ребенка и отправляют маленького мальчика жить в семью Беляк. Поместили в другую семью, где он вырос заново. И новая семья называет его Альфредом. Эдвард Кэмерон. Есть Альфред Беляк! Они вспомнили! Два брата воссоединились! Аху. Есть подозрение, что это нужно экранизировать. Прям
Мурашки по коже. Сейчас, подожди немного, клоун. Альфред Белек всегда пытался всем доказать, что вкатился в эту тему только после того, как увидел по телевизору ультра-херовый фантастический фильм «Филадельфийский эксперимент». После 4 просмотров этого фильма я начал вспоминать. О нет, после телепортации команда вросла в корабль. Они должны за это ответить, дорогой. Я не твой муж, я пришелец. Не время спорить. На нас нападают дельфины-нацисты. Лови бластер. Да я люблю тебя. Мы-то знаем, что он спеленок мракобес и появлялся в книге про НЛО и филадельфийский эксперимент 1969 года выпуска. Как же пойман на ошибке. Думал, что никто не узнает. Да, никто бы и не узнал, если бы эти книги не оцифровали. У нас есть доказательства, что на корабле «Элдридж» не было людей с такими именами и фамилиями. У нас есть доказательства, что фотографию, которую он выдавал за фотографию своей прошлой жизни, к нему не относится. Он заявлял, что это он, Эдвард Кэмерон. Но это Александр Кэмерон III. И вообще не военный. Он что, вообще тупой и не знал, что имя Эдвард начинается не с буквы А? Ученого одного он вообще подрезал из фантастической книги слово в слово прям. Менял показания чуть ли не каждое новое выступление. Это натуральный выдумщик, который просто накидывал на вентилятор. Он же не знал, что интернет будет помнить каждое слово, каждое движение и каждую несостыковку. В нашей временной линии, может быть, так и было, но давайте вернемся на основную. Они начали осваивать путешествия во времени. Куда они только не летали? На Марс, например. Помнишь знаменитые фотки, ну вот помните фотки с Марса, где пирамиды, там лицо загадочное? Вот эти вот. Думали, это просто так? Те, которые являются апофенией и игрой теней? Оказалось, что США и СССР давно в сговоре были на Марсе, но ничего не нашли. Группа из Монтока тоже не смогла попасть в пирамиды, поэтому они вернулись в Монток, чтобы вернуться на Марс только на 100 тысяч лет назад. И благодаря пространственному искривлению прямо в пирамиды. Но ничего особенного не нашли. Пирамиды — это просто антенны, защищающие Солнечную систему от вторжения. Скукота. Удивлен, что обошлось без пришельцев. Друг, какие пришельцы на Марсе, дурак что ли? Соглашение между инопланетянами и США было подписано на Земле еще в 1913 году. Подожди, я тоже читал эту наркоманию. Каким образом они что-то подписали, если Престон говорил, что он выключил барьер только в 1943? Да, он выключил барьер. Это НЛО. Какой нахуй что, если вас похищали, барьер? То скажите спасибо этому герою. Пришельцы! Можно я продолжу, может быть? Каждого завербованного мальчика отправляли в 6037 год, где была полная разруха, а посреди города стояла огромная статуя коня. Дункан, вы заглядывали в будущее? Да, я видел лошадь. Мы приближаемся к кульминации. Однажды Дункан Кэмерон, самый способный из мальчиков, сидел в кресле, и кто-то его запрограммировал на саботаж. К нему подошли и сказали: время пришло. Он подумал про другую реальность и вызвал оттуда огромное чудовище, которое сложно описать. Хотя я, в принципе, могу. Демогорган из сериала. Только волос не хватает. В книге он волосатый, похож на снежного человека. Они его даже сфотографировали. Они поняли, что оно сейчас уничтожит все вокруг, поэтому пошли на смелый шаг. Они взяли и перерезали все провода. Радар перестал работать, а монстр испарился. Хорошие парни победили. Им всем стерли память, а дальше, вы знаете, они воссоединились, приехали на базу, начали все вспоминать. Кстати, посмотрите, как Дункан начинает плакать и говорить «прости». Он все вспомнил. Вы спросите, а зачем он начинает плакать в складском помещении на старой военной базе? Официальная версия, он вспомнил, как его тут пытали и держали в клетках абсолютно голым, я напоминаю. Но моя версия, у него просто умер мозг. Это не попытка пошутить. Дело в том, что автор книги указывает на то, что у Дункана после всех этих путешествий во времени реально умер мозг. Существуют документы, указывающие на то, что целый ряд людей жили без головного мозга. Ха! Почему он все еще ходит? Так, я потерял нить в первые минуты. Вообще все, что... Что, совсем ебанулись там? Эй, что происходит? Что это такое? Кого ты там потерял? Какой мозг?
какой 6000 год, блядь? О боже, блядь. Потому что у него очень сильные экстрасенсорные способности. Нет ощущения, что они угашенные сидели и говорили вообще все, что придет в голову. Просто на такой вопрос. Вы в книге смогли совместить как будто бы несовместимые вещи? У вас такая развитая фантазия или вы просто тупой? Невидимость. Я вас вижу. И это хорошо, что они все вспомнили и написали книги. Интересный факт. Престон Николс, оказывается, был звукорежиссером фильма «Звездные войны». Его туда позвал его друг детства Марк Хэмилл, который играет главную роль. К сожалению, Престона забыли вписать в титры. Это, ну, косяк реальный. Престон вырос рядом с Монтоком, а Хэмилл в Калифорнии. Кстати, они ни разу не виделись. Продолжай. Как наивно. Вообще-то наш герой продюсировал все хиты известных рок-н-ролл коллективов, например, Beatles или Rolling Stones. Вы не в курсе, понятное дело, потому что он работал под псевдонимом, как разумный человек. Ясно? Вы конченые. Прикол, хотите? Внутри команды однажды произошел раскол. Дункан Кэмерон в 1997 году отказался от своих слов о том, что под землей проводились эксперименты над людьми, что якобы правительство замешано только в путешествиях во времени. И тут начался сущий кошмар. По сути, на глазах начала сыпаться вся история, созданная Николсом. Нужно было срочно что-то предпринять. И знаете, что сделала остальная команда? Сказала, что женщина Дункана — агент под перекрытием. И запрограммировала его. Так распался самый тупой в мире бойс-бенд. Команда говна. Вы еще жалуетесь на своих тиммейтов-руинеров? Чел чуть не уничтожил одним предложением целую обман-машину. И прикольно видеть, что совершенно все эти факты просто игнорируются у людей, как будто пелена на глазах. Впервые слышу. Что ж, с вами было неприятно иметь дело, я, наверное, пойду. Уйдешь сейчас, не узнаешь, что было во второй книге? Стэн Кэмпбелл, он же Стюарт Свердлоу. Четвертый персонаж этой истории вспомнил, наверное, вот больше всех вместе взят. Когда Стюарт увидел лекцию Престона Николса о проекте «Монток», у него всплыли подавленные воспоминания. Поведал нам, что пытали парней на базе не просто так, а для того, чтобы на это смотрели пришельцы и питались их страхом. Технологическое устройство, которое собирала бы паттерны страха. Потом рассказал, что его почти 20 раз похищали НЛО. Что у него есть ДНК пришельцев самых разных. Что есть дополнительные позвонки. И что один из его сыновей родился уже взрослым. Серьезно, он вылезал прям уже мужчиной. Какой сейчас год? А еще был слепым до 1999-го. А потом прозрел. Ну, не удивлен. Что? Только слепой мог написать такую плохую книгу. Он написал ее за год до того, как начал видеть. Я понимаю твое недоверие, но у него есть полное право называться членом проекта «Монток». Его прапрадед, Яков Свердлов, имел прямое отношение к политической жизни России. А его брат работал в советских спецслужбах. Если учесть, что Россия тоже замешана в экспериментах, то все сходится. Не слушайте, это неправда. У нас есть генеалогическое древо Стюарта. Это не родня. Он участвовал в всем всемирном мракобесии. Был в Атлантиде, был на Марсе. Его трахали рептилоиды с планеты Жопа, которые, кстати, были нацистами. У меня есть теория, что Стюарт — это нейросеть, которую включили и дали всего одну задачу — собрать в себя все недоказанное дерьмо этого мира. Я не слушаю. Вообще-то, Стюарт Свердлоу был натренирован, чтобы вернуться назад во времени, найти Иисуса, взять образец его крови и убить его. Так, я сваливаю. Он сказал, что Иисус сказал, что знает, зачем он тут, и даже хотел дать ему кровь. А тот начал в него стрелять из револьвера, но пули его не брали. Хотя, может, он запутался, ведь в будущих интервью говорил, что... Меня отправили через портал с пистолетом, и моей целью было убить Иисуса. Но когда я увидел, как он спускается по ступеням храма, я не смог этого сделать. Я просто... Слушайте, господа, дамы, я думаю, что здесь 100% нужна специализированная поддержка. Да, у нас, между прочим, в городе, в нашем прекрасном, на окраине, в Майданово, есть прекрасный центр. Замечательно, недавно отреставрировали, да. Я когда ходил, справку там получал, со второго раза получил, правда, на мотоцикл, на категорию, а не сразу дали. Вот, там такие по коридорам ходят, тоже замечательные ребята, они прям с подушками ходят в обнимку, спокойные, там, полшага в минуту, да.
Да-да-да, там санитары хорошие, крепкие ребята, да. Рубашки с длинными рукавами, чтобы, ну, они, в принципе, не мешали. Так что все, в принципе, ну, да, да, все нормально. Просто убежал, но потом они... Я вам так скажу, если у них даже полиция не нашла бы наркотики, я думаю, что это тот самый редкий случай, когда она должна бы была им подкинуть, чтобы их упекли к ебени матери. Вообще, с глаз долой нормальных людей. Идиотов хватает, но это вообще какие-то исключительные кадры. Отправили меня еще раз, и моей целью было собрать образец его крови. И я это сделал. И доставил обратно. Где его искать? Сюда! Я вот этот бред сейчас максимально осуждаю, кстати. Мне кажется, эта книга уже переходит все границы, но мне просто стало интересно. Я осуждаю половину видеоролика. А кровь Иисуса ты ему зачем? Да как ты не понимаешь? Они собирались взять кровь, клонировать ее, заменить всю кровь Дункана этой кровью. Затем он садится на корабль и летит с Марса сюда. И говорит, что это... Пришествие! Так, ладно. Это уже перебор. Реально. Выключай камеру. Если ад вдруг существует, то эти психи определенно жарятся 100%. За то, что это вообще придумали. И представьте себе, из этого люди сделали культ и прыгают вокруг него как одержимые. У книг большинство отзывов отличные. И читая их, понимаешь, почему людям все понравилось. Потому что их качественно обманули. Вот, например, часто пишут, что книга рассказывала о технологиях в тот момент, когда обычные люди об этих технологиях не слышали. Следовательно, он супергерой по имени Слишком Многознал. Речь о технологии стелс, которая позволяет самолету стать невидимым для радаров. Только вот об этой технологии начали все говорить в газетах в начале 80-х, еще до того, как вышел фильм, еще до того, как они встретились. Это было реально везде, что еще раз доказывает, что книга — это просто неловкая попытка собрать воедино все слухи, фильмы и домыслы. Мне еще вот это... А если сам Дункан, он, короче, как бы с Марса, да? Но при этом он как бы марсианин, но под двойным прикрытием. И марсиане как бы его специально похищали, чтобы никто не мог подумать, что он с ними заодно. Этот отзыв понравился. Книга написана так, как будто это вымысел, но мы-то знаем. На самом деле, как обстоят дела. Не так ли? Это мой коммент. Прикол. Ну тогда вот вам еще немного инсайдов из этих книг. Джек-потрошитель — это убийца из других миров. За всем в Монтоке стоит магия и нацисты-рептилии. В Атлантиде проходили жесткие оргии, после которых появились русалки, кентавры и минотавры. Это все в одном, сука, предложении. Спит разработка правительства. В Монтоке снимали фейковую посадку на Луну. НЛО похищают коров. За всем этим следят люди в черном. Да эти книги объясняют вообще все. Всю эту шизу люди поощряют. И чтобы закрепить этот абсурд, примите тот факт, что существуют целые многостраничные научные расследования, которые приходят... Точно, админы в ВК Плей нам подсказывают, Стас нам подсказывает. А что, если Дункан — это не тот самый Дункан, которого похищали и который из раса рептилоидов, а это... Тот самый Дункан Маклауд, последний из клана Маклаудов, который пришел к нам на землю. Ох, бля. Да, хорошие грибочки были. Осуждаю. Сходят к выводу, что все, что говорили путешественники во времени, правда. Я провел много времени, изучая различные точки зрения и источники информации о проекте Монток. Что касается Престона Николса, я должен сказать, что он очень надежный свидетель, и что для меня его информация проверена полностью. Насколько вообще можно проверить информацию? Ни разу, насколько мне известно, Николс не преднамеренно, ни даже не преднамеренно, не дезинформировал меня. Ну, это если вкратце. Слушай, завязывай с наркотой, я просто не могу написать твою чушь, я деградирую, я тупею, я не могу, у меня рука не пишет. Я клянусь прям. Ты читаешь книги, как будто смотришь серию «Соус Парка». Не жалею ни об одной потраченной копейке, но книги — это еще ладно. Вряд ли многие, кто верит во все это, умеют читать. Куда серьезнее сказывается видеоматериал, который при этом крутят на телеканалах.
Смотрите, это Крис Гаритана. Называет себя независимым режиссером документалок. Снял 100-500 миллионов видосов про Монток, некоторые из которых брали награды и крутились по телевидению. Верит каждому высеру людей с улицы. Один псих говорит о том, что по городу распыляли средства для контроля разума, этот поддакивает. Другой говорит, что разрисованные баллончиком стены и обои в комнатах здания на базе — это доказательство того, что людей тут накачивали ЛСД. Зачем в доме, когда есть подземная лаборатория, блять? Вечно у Криса над головой летают черные вертолеты, за ним следит полиция, не дает ему в парке погулять. А вот тут вообще находит еще одного выжившего, который является работником этого самого парка. Вот тут я прям в голос взорвался. Зацените. Работник парка прячется от своего босса, потому что тот не разрешает ему говорить о проекте Монток. Но работнику есть что сказать. Он прячется, садится в машину к ведущему, они едут. Он рассказывает, что вспомнил об экспериментах. Потом он прячется от копов, потом бежит к своей машине. О, прикольно. Каждый день вижу сотрудников парка в какой-то дыре, которые разъезжают на Камаро. Совсем не подозрительно. Чего ты хочешь за свое молчание, козлида? Билеты легко купить, ублюдки, драды. Ты можешь попросить все, что захочешь, или мы убьем тебя. А вряд ли вы дадите то, что мне нужно. У нас есть вообще все, я сказал, ты дерьмо, говори уже. Хочу тачку из трансформеров и 1000 баксов сверху, и тогда не поболтаюсь сегодня. Хотя, может, он работник месяца, кто знает. Но потом они в тайне встречаются, и он говорит, что его уволили за раскрытие правды. Все это пишут газету, люди такие, боже, ну ничего себе. Еще один вспомнил. Они пытаются скрыть правду. А я вот смотрю и не могу понять, что меня в этом человеке смущает. Он как будто не в своей тарелке. Как будто не в актерский институт ходил, а аниматором всю жизнь проработал. Да, я загуглил его имя. Это актер. Все это большой обман. Вы могли, суки, хотя бы его имя поменять, чтобы было сложнее разоблачить? Я одним запросом в гугле разрушил всю правдивость фильма Криса Гаритана. Зак Багганс из мира документалок. И ладно бы это было по приколу или художественный фильм, у меня нет с этим проблем, но обман используется, чтобы породить еще больший обман. Вы вообще в курсе, каких людей вы таким образом покрываете? Вы, может, и нет, но Крис Гаритана точно в курсе. Если быть честным, то это на самом деле страшная и грустная история. Несмотря на то, что мы ржали весь выпуск. В 1998 году на пути у Престона Николса появился человек, которого звали Мистер Икс. Разумеется, псевдоним, чтобы никто не узнал, как его зовут по-настоящему. Он тоже вспомнил о работе в Монтоке, придумал много новой дичи несусветной, впоследствии написал книги, которые называются «Проект Супермен», про то, что его иллюминаты завербовали, модифицировали и сделали из него суперсолдата для уничтожения чего угодно. И иллюминаты, пришельцы и нацисты, по сути, про то же самое. Сука! Настолько плохо, что даже уже обычно. Это мы уже проходили, нас этим не удивить. В итоге они сработались с Престоном, и тот называл Мистера Икса очень надежным источником. Ну вот если копнуть чутка глубже. Его зовут Эндрю Перо III. В своих рассказах он признался, что его как-то взяли под стражу за хранение оружия, и он пару недель провел в психушке. Но дальше больше. В 2000 году он напал на своего отца и свою мать. Требовал у них деньги, угрожал ножом, говорил, что убьет их. Заставил мать обналичить деньги в банке и отдать ему. Чтобы спастись от него, ей нужно было выпрыгнуть на ходу из машины на людной улице. А потом сам себе начал угрожать, сам себя похитил и сам за себя потребовал выкуп. После чего на передаче денег самому себе, которую он снял, пошел заранее в банки, его похитили НЛО и завербовали межгалактические спецслужбы. Ну это же элементарно, это все понятно. Его посадили в тюрьму, разумеется. Прошло много лет, он вышел. В 2019-м поехал к своей подруге с колледжа, Карри Энн Боновиц, и убил ее. По крайней мере, так говорят в полиции, держат его под стражей, так как дело еще идет. Реально суперсолдат получается. Убивал и грабил пожилых женщин. Ладно. Это не смешно. Очень жаль этих людей. Но к чему это все? Я не из тех людей, которые будут говорить, смотрите, он убийца, поэтому его участие в проекте бред. Нет, то, что он преступник, это и так понятно, но важно то, что именно сподвигло его на преступление. И если почитать материалы дела, то на суде его мать рассказала, что во время нападения на нее он кричал, что повсюду жучки. Что ФБР охотилось за его ДНК и что он обладает сверхспособностью. Но это все. Обострение шизы? Добрый вечер. Может быть. Влияние конспирологии?
Я не знаю. Знаю только, что этот бред изначально нельзя было поощрять и придумывать с ним новые заговоры. Потому что сейчас находятся люди, которые делают из него мученика. И говорят, что ему деньги были необходимы на сокрытие от людей в черном. Поэтому он взял их силой. А посадили его в тюрьму, потому что рот затыкают неугодным. Люди, вы чё? Почему устранили только самого ненужного и бесполезного придурка из всей этой шоблы? Как же все-таки хорошо, что людей, которые участвовали в правительственном экспериментальном эксперименте по путешествиям во времени и стиранию памяти, всех тех, кто виделся с пришельцами на Марсе и убивали Иисуса, никто не трогает. Свобода слова, но она это такая. Это клиника. Хаффингтон Пост, кстати, однажды выпустили статью о Монтоке, которая всех это просто дурк. Эти люди не получили финансовые выгоды. Они ничего не выиграли от этого. И они терпели насмешки, поскольку поддерживали свою историю. Так можно сказать про любую мракобесную историю, что, мол, отдавались этой истории полностью. Вы видели сейчас общество ЖЖ, жирных жоп, я его так назвал, потребовали в Пиндостане официальная статья, по-моему, где-то была, вот сегодня в ленте, где-то то ли с газеты какой-то. А почему у вас, говорит, в самолетах такие узкие проходы? Вы все производители самолетов, ущемляете нас и делаете все для того, чтобы мы, да, с толстыми попами не летали. Я увидел, я думал, с ума сойду, представляешь? В лосинах, соответственно, в лосинах и в кожаных штанах. Представляешь? Накатали целую эту, и сейчас судятся с производителями самолетов, чтобы проходы были пошире. Ох, блядь. Полностью ни копейки с людей не взяли, но всегда это продажа книг. Большого количества книг. Платные фильмы, платные лекции. Камон, даже Дункан с мертвым мозгом и то умудрялся с людей брать по 500 баксов за очищение энергетического поля. Если они не заработали с этого большие деньги, то это только их проблема и неудачный выбор тематики. Если бы они писали, как в Монтоке притягивали деньги через космос, то точно обогатились бы. Хотя... Погодите-ка. Этим занимается Стюарт Свердлоу. Он называет себя гиперпространственным интуитом, чтобы это не значило. И на своих семинарах вместе со своей женой пропагандирует позитивное мышление, опасные курсы по долгому голоданию и всячески обманывают людей New Age чушью, которую мы уже разбирали. Это опасные мошенники так-то. Писатель Питер Мун, которого на самом деле зовут Винс Барбарик, продает свою мракобесную макулатуру, Барбарик, которую всю жизнь писал. Пирамиды построили пришельцы, заселили нас сюда, тоже они. Жизнь после смерти? А ты хочешь сказать, что оно не так? Да сейчас, ага. Жизнь внутри земли? Запросто. Тибетские техники алхимии? Да. Ему вообще похер о чем писать, лишь бы было всрато. Сам он саентолог и утверждает, что это хорошие ребята, которые борются с силами зла. Слушай, на самом деле, я вам так скажу, вот он зря топы гонит на вот этих вот всех, да, вот тут работяг. У нас вон в этом, в запрещенной, да, вот этой социальной сети, в которой я не сижу, и hard.inst, это вообще не мой инстаграм, да, если что, осуждаю это слово вообще, говно вообще ужасное, да, не сижу там. Да, я сижу в любимом ВКонтукте. Вот, да, значит, на Бусти, ВКонтукте, кстати, ссылочки все тоже найдете внизу в описании. Угу. Да, не реклама, если что. Вот, и, собственно, вот у нас здесь, да, еще что тут, на Ярд, да, баба воздух продавала. Мамонты просто покупают, ну а что, нормально. Ну и Ярд заработала там, ей на сколько-то выставили исков. Ей вообще просто, я на нее последний раз посмотрел в каком-то интервью, да, она сидит, ей вообще просто глубоко... И все. Почему-то там Ярд. Все, она неважно, сколько она отсидит, она уже все, у нее все хорошо. А выйдет, она жить будет, я не знаю, как просто. И все. Посредством отнимания у них денег, я правильно понимаю? Но больше вопросов у меня к предисловию первой книги. Эта работа представлена как научно-популярная, поскольку, насколько известно авторам, она не содержит лжи. Однако ее также можно читать как чистую научную фантастику, если это больше подходит читателю. Некоторые данные, которые вы увидите в этой книге, можно расценивать как мягкие факты. Мягкие факты не являются ложью, просто они не подтверждены.
То есть, как бы прямо говорит. Читатель, вот смотри. Это ложка. Я туда наделал делов. Но это не то, чтобы прям невкусно. Скорее, это не принято считать вкусным. Ротик открывай. Но единственным человеком, который, кажется, с этого почти ничего не заработал, является Престон Николс. Самый главный персонаж в истории, но почему? Один репортер впоследствии рассказал о том, как брал интервью у Николса. Это был чрезвычайно бедный в обоих смыслах человек, вероятно, с проблемами со здоровьем, как физическими, так и ментальными. Крохотный дом, заросший деревьями, тучный больной отец, крохотный который дом, не мог кстати. Встать с кресла, а внутри как будто никто и никогда не убирался. Во дворе стоял школьный автобус, где было собрано оборудование якобы из Монтока, не очень работающее. Если вы хотите его пожалеть, то сначала дослушайте до конца. Как я уже сказал, в этой истории серьезный акцент идет на голых участниках, на возбуждающей энергии. Тут пишут, что Мик Джаггер из Rolling Stones и Джим Моррисон из Doors обсуждали с ним сексуальную магию и оккультизм. Тут пишут. Кто бы не руководил этим проектом, он был очень увлечен сексуальной магией. Проект Монток был буквально пропитан ей. В Монтоке использовались методы, позволяющие поднять эту энергию до астрономических величин, но ее нельзя было оставить в человеке. Это бы его убило. Техника заключалась в том, чтобы прикасаться к нему или получить доступ для усиления. Якобы такая стимуляция использовалась для максимальных телепатических способностей. Престон называет это оргазмический цикл. Он прямо заявлял, что эта магия заставляет Вселенную двигаться, что во время полового акта наше сознание меняется. Что с этой энергией вы можете управлять пространством, просто ее нужно усилить. Все это прикрывалось научными исследованиями. То есть это что, я архимаг, что ли, получил? А! Тихо! Надо свою эту собирать, да. Это то есть мы, что с вами, маги, что ли, все, да? О, добрый вечер. Добрый, да. Давайте посмотрим, сколько нас магов на этом видео будет. Вот все, кто поставили лайк на это видео на Ютубе, да, посмотрим, сколько нас магов. Да, давайте только с вами, никто ничего не знает. Посмотрим, да. Маг, да, пятого колдуны бан, да. Гельма Райха. Так вот, после того, как книги набирали популярность, все это перерастало в некий культ. О, боже, бля. Люди читали статьи и вспоминали, что они тоже были в Монтоке. Десятки, сотни людей по всей Америке в это поверили и знали, что избавиться от этой ноши можно только посредством депрограммирования. Их воспоминания были имплантированы, они были запрограммированы. Предположительно, это было сделано с целью контроля сознания во время путешествий во времени, чтобы этого не помнить. И единственный, кто мог в этом помочь, был Престон Николс. У меня есть способность, благодаря моей эмпатии и сопереживанию, заглядывать внутрь человека. Для того, чтобы помочь им, их нужно было депрограммировать. Что это значит? Вообще, депрограммирование — это фишка культов и фанатиков, которые пытаются изгнать из человека ту точку зрения, которая им не нужна. По сути, это навязывание своих мнений. Обычно это делается насильно и иногда приводило к уголовным делам. У Престона же был немного другой стиль. Он уверял, что это помощь, что нужно человека ввести в состояние, при котором он был запрограммирован, и тогда это поможет. Поэтому люди сами шли к нему. Сейчас я покажу вам интервью человека, который виделся с Престоном и снимал его для своего расследования. С ним будет разговаривать девушка, которая пишет книги про филадельфийский эксперимент и тоже была депрограммирована. Чтобы исправить ситуацию, нам нужно было вернуть его в прежнее состояние. Депрограммирование называют по-разному. Тантрическим массажем, техникой Райха, но на самом деле все знают, что это значит. Да, и это означает прямой доступ к телу. Если у вас есть такая способность, то посмотрите на меня и скажите, что вы видите. Я не могу просто смотреть на вас. Я буквально должен чувствовать вашу ауру и чистоту, и кожу. Сканирование. Я делаю это с помощью рук, и они должны быть близко к телу. Это связано с возбуждением? Они были запрограммированы подсознательно в состоянии возбуждения. Так это правда? Да, это правда. И это работает. Это лежало в основе всего этого? Да, так и есть, да. Вы можете смотреть на это и называть все странным культом драчил. Проект в Монтоке может им и быть. Но вы должны быть готовы это признать. Кажется, она все понимает, но все равно его защищает.
Возможно, потому что искренне верит. А может, потому что обратного пути нет. Ведь она продает книги об этой истории. Но есть и другие мнения. Однажды журналист-фрилансер, который пишет для National Geographic, Harper, Rolling Stone, отвлекся от своих колонок и сделал расследование про истерию вокруг Монтока. После многих дней, проведенных в этой компании, он сыпет очень серьезными обвинениями, что они использовали не очень смышленных ребят в своих целях. И все это было по личному согласию, прямо как медицинский осмотр. Раздевайся, сейчас я руками буду тебя депрограммировать. Чтобы вы понимали, я все очень завуалировал, но это жесть, я не буду все это пересказывать, можете сами прочитать. А вот, кстати, мнение того чела с постановочной документалкой. Он же, по идее, должен их защищать, да? Послушайте, если это действительно было связано с этим, то эти парни стопроцентные хищники. Они не должны применять эти методы к людям так тайно. В первый день, когда я встретил Престона Николса, я думаю, что Престон хороший парень, но он все еще пытался усадить всех на стул голыми. Ребят, которые были со мной, когда я впервые встретил его в 2006 году, и у меня есть видеозапись этого. Я не знаю, как это происходит от «я встретил тебя всего 10 минут назад», до «теперь я собираюсь взять тебя за гениталии». Что? Даже он понимает, что это полный пи***ц? Этих мнений от исследователей довольно много, я показал только часть. Но всем плевать! Об этом верующие в Монток не говорят или говорят, что это нормально. Вы бы назвали это нормально? И второй вопрос. Когда начинали смотреть этот ролик, вы думали о том, куда это приведет? Я не знаю, связано ли это с травмой детства или психологическими проблемами, или это просто какое-то прикрытие для фантазии. А может, ничего из этого. Я не буду ставить диагнозы и осуждать без прямых доказательств. Тут, вроде как... тут родной, тут диагноз вообще очевиден, 100%. Здесь, блядь, просто горстка старых дрочил решила собраться и создать свой дрочильный культ. В принципе... ну, как бы, все понятно, да. Как всем им было 18, и никто на Престона в полицию не заявлял. Это факт. Но сам доказанный факт таких процедур вкупе с тем, что было написано в книгах, а там было написано намного больше, чем я мог позволить себе рассказать на этой площадке, и с тем, что говорили об этом приближенные к нему люди, заставляет хотя бы задуматься на секундочку. Такая ли это норма, как говорят его защитники? Может, все куда серьезнее и опаснее? Стюарт Свердлоу был подвергнут этим методам возбужденного депрограммирования, применяемым Престоном. И он лично мне сказал, что есть способы получше. Вот на такой печальной ноте мы закончили. История, которая начиналась как обычная городская легенда, переросла в нечто большее, и нельзя сказать, что меня это сильно обрадовало. Скорее расстроило, что люди... Ну, это в палату 100%. Слышали о ней поверх... Всем составом. Не вдаваясь в подробности и так и не увидев голую правду. Голая правда. Престону бы понравилось. Ну а что касается его, то настоящий мотив Престона остается загадкой. И, вероятно, ответ похоронен вместе с ним. Такой вот топ-секрет. Все эти тупые, на первый взгляд, истории, все эти невозможные вещи... действительно сильно влияют на людей с определенным складом ума. Это неплохие люди, они просто очень доверчивы. Они видят сериал, который им нравится. Они видят статью, чем вдохновлялся сериал. Они читают форумы и все. Там они видят тысячи сообщений, что это правда. Они не встречают критиков. Они начинают верить в правительственный заговор, во-первых, потому что не доверяют правительству, что нормально. Во-вторых, потому что правительственные заговоры — это не миф. Они действительно существуют. За один из таких извинялся Билл Клинтон. То, что сделало правительство Соединенных Штатов, было постыдным. Да, за один из таких, и это не Монток. Просто речь президента подставили на видеоряд с Монтоком и выложили в ТикТок. Десятки миллионов человек это смотрят. Миллионы это лайкают. Тысячи из них теперь уверены, что этот проект был реальным. И сотни распространяют это дальше в разных соцсетях. А единицы начнут действовать уже в реальной жизни. Буквально вредя парку, который точно... ни в чем не виноват. И все начнется по новой. Я называю это фейковорот херни в природе. Если эти выдумщики изначально не нашли бы поддержки среди определенных людей, все было бы по-другому. Поэтому учитесь подвергать сомнению, а не слепо доверять. Да, где-то я уже это... тоже. Где-то я с этим сталкивался. Ну что? Я правильно понял, они просто друг другу надрачивали, чтобы депрограммироваться? В целом, да. Как вам сюжетный поворот? А я предупреждал, что все не то, чем кажется. Сначала смешно, а потом понимаешь, к чему все идет, и как будто уже
и не смешно. Интересно ваше размышление на этот счет. Сколько мракобесия вы насчитали и какое бинго сделали? Пишите в комментариях, будет интересно почитать. А еще думаю, что часть из вас наверняка весь ролик находили точки соприкосновения с сериалом «Очень странные дела». Вряд ли там было бы что-то такое, конечно. Это неудобная правда и совершенно меняет повествование. Преступления, убийства, корыстные цели, дезинформация с целью наживы. И из настоящих монстров только люди, как и всегда. «Очень страшные дела». Так бы это называлось. Сама история — это по факту просто большой фанфик, вышедший из-под контроля и с каждым днем обрастающий подробностями и поклонниками. И больше всего пугает то, что фанаты найдутся всегда, даже если речь про самые ужасные вещи. Можно ли считать, что с сегодняшнего дня история проекта «Монток» официально закончилась? Верится с трудом, потому что людям слишком хотелось бы верить. Спасибо за просмотр. Слушайте, на самом деле, я сейчас досмотрим, потрясающая работа, на самом деле, проделана командой «Утопии Шоу». Это, наверное, один из лучших роликов, которые я у него видел, да и вообще очень круто. Очень крутое начало, короткометражка, сам по себе ролик, к хорошему, так скажем, знаете... С хорошим посылом, то, что всегда умеете думать своей башкой, потому что не все то, что говорят в интернете, оно является правдой. И зачастую это оказывается, так оно и есть, на самом деле. Да, это лайк. Да, монтаж забей. Очень круто сделано. Очень крутой ролик. Молодцы, ребята.